Акцию «Юные герои Великой Победы» проводят в Магадане. Партия «Единая Россия» совместно с театром «Кукол» подготовила для жителей Колымы онлайн-выставку. Посвятили ее 75-летию Великой Победы. Это истории о детях и подростках, уроженцев Дальнего Востока, которые защищали родину на линии фронта. Цель выставки – привлечь современную молодежь к изучению и сохранению героической российской истории. Для того, чтобы ребенок как бы смог, наверное, проецировать, что вот в возрасте, в его, в начальном школьном возрасте, дети, которые жили во время Великой Отечественной войны, они не сидели без дела, они не сидели, не просто читали книжки, а они в каждую своим усилием, кто насколько мог, кто-то на фронтах, кто-то в партизанах, кто-то на трудовом фронте, они приближали вот этот день, день 9 мая, день Великой Победы. Выставку представили и онлайн, и очно в театре «Кукол». Пока действует режим повышенной готовности, прочитать о юных героях можно на сайте, который вы видите на экране. На нем представили видеоролики и разделили на категории: дети Великой Отечественной войны, дети блокады, дети узники фашистских лагерей, дети Колымы фронту. Всего больше двух десятков историй. Также прочесть их можно в подарочном наборе открыток «Юные герои Великой Победы». Такие наборы передадут в школы Колымы.